вдыхаю этот воздух, солнце в небе смотрит. Девочки, а вы что делаете? Расскажите. Снимаем свечи. Что вы делаете? Свечи делаем. Ну, расскажи, как это происходит. Ну, сначала берутся парафин. Так, парафин. Огарки свечные из храма Введенского. Туда немножко воды добавляют, потом это все отходит. И вот в эти вот баночки заливают, и получаются свечи. Потом это поднимают и горит. Так, ну-ка покажи, какие и свечки это получаются. Горит часов 6, 4-6 часов. Это окопные свечи. А для чего они нужны? Ну, чтобы на них можно подогреть. Еду, да, подогреть? Да, можно подогреть еду, можно согреться. У них такой достаточно большой огонь. Угу. Ольга Николаевна, а что это за штучки такие, для чего они нужны? Это армейский душ. Душ армейский? Как это он применяется? Это мы пропитываем гелем вот эту салфеточку. Угу. Гель для душа? Гель для душа. Вторую салфеточку мы кладем в сухую для стирания. Кладем инструкцию пользования гелем. Угу. Там прикольную вот такую маленькую медную упаковочку. Во мне пылает мое сердце, освещает путь домой, где хочется просто любить это шанс, и мне другого не нужно. Такой ж я есть, и меня не сломать, и все потому что.